В общем, ребятки, мы заселились, но это еще то приключение. Короче, смотрите, тут ключ вот такой вот, карточкой. Я говорю, как мне закрыть изнутри дверь? Она говорит, никак, говорит, снаружи вам ее не откроют. То есть вы изнутри открываете, снаружи не открываете. Карточка закрывает дверь и включает свет. А чтобы свет выключить, нужно воспользоваться вот этими штуками. А еще карточка включает холодильник. А где он, кстати? А вот, вот тут холодильник работает. Прикиньте. Жесть какая, конечно, да. Водичка, наверное, бесплатная, да, я надеюсь? За нее не надо платить? Сахар, чай. Наверное, за это тоже не надо платить, да? Я надеюсь, за нас не возьмут кучу денег за это дело, да? Так, что тут еще за... Подожди, а, это туалет и ванна. Блин, смотрите, как классно. Я вообще, я офигею, ребятки. И это все удовольствие за 6 тысяч. Мне еще 1200 вернули. Я офигею просто, ребятки, я офигею. И фен есть, и вон какие-то тут эти для... Понимаете? Все есть. Да? Ой, класс, ладно, слушайте. Это просто здорово. Блин, ну пойдем еще посмотрим. Так, это шкаф у нас, все такое беленькое, все такое, полотенчики. А тут что? Сейф, тапки. О, а я с собой тапки притащила, дура. О, это тебе не хостел какой-то сраный. Это тебе, да, Линдусь, скажи? А я с собой притащила тапки, думаю. Только халатов нет. Единственное, что халатов нет. Вот. Да, это телевизор. Сейчас телевизор проверим. Так. Нравится стульчик? Надо снимать ботинки. Ага. Короче, завтрак с 7 начинается. Как мы этот завтрак найдем, я понятия не имею. Что? Да, сними варежки, сними перчатки. И оденете, как их... Ой, снимите. Ну, давайте все выключим. Будет страшно, да. Будут волки. Ага, будут волки. Короче, мне все нравится. Ой-ой-ой, очень страшно. Да какой страшно-то? Ладно, давайте до завтра, короче, до завтра, все. Короче, не решила немножко помыться. Откопала я халат, смотрите. Откопала халат. Сейчас померю, покажу вам. Слушайте, такая душевая кабина классная, а? Вы гляньте. Все новенькое, все чистенькое. Но единственное, знаете что? Водичка не очень горячая. Я люблю, когда, знаете, такая горячая, чтобы была. А тут не очень горячая. Может, нагревается постепенно, фиг знает. Но все такое чистенькое вообще. Ну как я вам в халате? Не идет? Это я вообще шикарно выгляжу, ребятки. Это самый шикарный отель, в котором я когда-либо была. 4 звезды, ребятки. А полная цена 2 ночи, там вообще было 7 тысяч. Но там была скидка, по-моему, 12% первое бронирование. И плюс мне еще вернули кэшбэк с карты МИР. И получилось за 2 ночи 4900. То есть это вообще классная цена. Вообще шикарный отель. Я никогда не была в таком шикарном отеле. Мы пришли в ресторан. Пока взяли вот еду. Вот. Сейчас еще кофе, омлет сделают нам. Вот. Ну так, прилично, все хорошо, красиво. Потом буду уходить, покажу там, что как выглядит. Вот, ребятки, тут такой стол шведский. Там кофе делать, кашку накладывать. Короче, все вкусно. Все очень вкусно. Ну, как всегда, во всех отелях, да? Короче, здесь, знаете, можно заблудиться. Правда, отель. Отель, большой отель. Реально, можно заблудиться. Все такое красиво. Видите, коврики тут все чистенько. Вон там двор, смотри. Там мы говорили вчера, что там у них дворик есть внутренний. Там лампочки какие-то, все это красиво. Вот. Все, поели, короче, отдыхаем, лежим, да, Линда? Полежим немножко. Часик-полтора. И потом поедем. Да? Поедем там с бардак, короче. Поедем в город. Что-то как-то я себя чувствую не очень, на самом деле. Неудобно я спала. Вот. Подушки какие-то неудобные, знаете, такие узкие. Мне такие не нравятся. Голова на них плохо лежит. У меня шея болит от этой подушки. А у меня нет. У тебя не болит? Да, у меня что-то большое. А у меня нет. Я еще в халате в этом вафельном спала. В их халате. Я просто люблю в халатах спать. У меня еще отлежано это лицо, не знаю, прошло уже или нет. Короче, как-то тяжко, тяжко.